Комиссии планово-бюджетной по налогам, финансам и инвестиционной деятельности по вопросам комплексного развития города, городского хозяйства и экологии на совместном заседании рассмотрели 10 вопросов. На очередной 51-й сессии депутаты будут принимать решения по следующим из них. Будет назначена дата публичных слушаний об исполнении бюджета за 2017 год. В правила городского землепользования и застройки внесут изменения согласно законодательству. Рассмотрят вопрос о присвоении общежитию 180Б в 6-м микрорайоне статуса жилого дома. Решением горсовета будет утверждена стоимость платных услуг управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Также депутаты рассмотрят ситуацию в городе по отлову и содержанию бездомных животных.